Так, нам остался последний мужик. Последний мужик это который... А, это у которого сразу 10 маны. Да, и он всплыл моей ворой. Я вчера смотрел, твары навайпался на нем. Но здесь нужен контроль стола. Контроль стола с ним нужен. Кто-то мне говорил пристом хорошо, да, его проходить? Ну давайте пройдем пристом. Нам понадобится комбус ОУЕ. Наверное, понадобится. И против компов срабатывают херни по прокачке жопы, потому что он тупой, он не понимает, как с ними бороться. Они срабатывают в двух местах, на 20 ранге и против АИ. Да, колодцы хорошо работают против лицоходителей. Больших существ у него наверняка много. Я вот не помню, у него карты крутые или нет. У него есть смысл воровать из деки или из руки? Ладно, сейчас посмотрим. А, опять же один этот золотой Веринчуза. Маст Диспел, я не помню, нужен ли нам. Все не очень помню. Валджин давай. Воровать я не помню, есть там что воровать или нет. Сложно поставить категорию Хардстоун. А у меня там какая категория? А там, по-моему, не было такой категории еще. Сейчас посмотрю, какая у меня категория. Гроб. Игры без категории? Какого хера? Мне кто-то поменял какой-то там пидорок тоже, которому не сидится, и ну, с этими кривыми ручонками лезет менять мои настройки. Вот потому не люблю всякие скат ВТВ. И не помню, есть ли там что-нибудь им кашить. Так. Чем вообще играют пристан, надо вспомнить. Ну, какой-то набор легендарок нужен Лейдову, да, типа там Доктор Дум. Килту Зет обязательно нужен, потому что он тоже против АИ хорошо работает. Сильван нам, наверное, пригодится, да? Таури Санчик пусть будет. Чё класть-то, пацаны? Алексяка, чё класть? Дай совет. Дай ценный совет. А, присты играют чуваками 4-3, вот я вспомнил. Я вот не помню, навалит ли он много существ, есть ли смысл нам воровать. Ну ладно, мы сейчас пару пулов сделаем, посмотрим, что как. Положим одного разминочного ДГХ. Здесь, насколько я помню, нам Рагнарос только одну карту успеет дать. Очень важно, чтобы эта карта была хороша. Я вот не знаю, Кинайка может сразу махнуть, все-таки здесь очень важно... А, что зомби мы забыли? Очень важно сразу застолбить стол-то. Застолбить стол. Типа там тёлку 1-3-1-6, потом 6-6. Да-да-да-да-да. Ну, было бы неплохо, если бы сейчас Рагнарос подарил мне какой-нибудь 6-6 таунт, я бы сделал 6-12, и все у нас станет хорошо, да? От этого много зависит. Давай, 6-6 таунт. Существо, чтобы я удвоил сразу. Следующий ход будет совсем другой. Рагнарос, на помощь, Рагнарос! Нет, нет, там 10 маны, как же я буду драться с драконом, Рагнарос... А где Рагнарос? Блять. Эй, Рагнарос! Слышь, Рагнарос, у нас тут проблемы. Рагнарос!
Пора! Пора приходить на помощь! Что-то Рагнарос нас кинул, козел. Теперь свет служит мне. Да, пожалуй, бугуртатеры нам тут пригодятся. И чё? И где этот пидорок? А, ты как раз вовремя! Что? 6-6, ладно. Ладно, ты пока прощен. Если он сейчас сразу его не убьет, то мы сделаем 6-24 и... А может быть даже 24-24. Я подумаю. Привет, Настя. Вот сучка, убил. Что дальше? Какой дальше план? Хорошо, что еще телки 24, а? Это мне еще фартит, оказывается. Блин, без этой штуки он бы не убил, кстати. Я бы смог отхилить и прокачать моего мужика. Блямки. Ладно, боремся. Мне кажется, с первым дропом было бы намного лучше, да? Кончу зомби. Ну, ладно, мы возьмем сюда вора, бокрутатора сейчас положим. Ничего не придумаем. Пока выглядит далеко не так опасно, как предыдущий босс. Предыдущий босс выглядел каким-то вообще непрошибаемым. Но мы его прошибли. Вот сопрет МК и возьмет мой килтузеда покататься. Вот это будет проблема. Смотри, у него 7 маны, он ничего не поставил. То ли там сплошные наворованные сплы, то ли он боится бугуртатора. Может, АИ научили играть вокруг бугуртатора, как вы думаете? Что-то подозрительно. Что-то подозрительно. Вау. Вау. И что, меняться что ли будем? Или все в лицо? Не, похоже, это лицо ходитель. Тут надо колодцы ставить. Сильвана даже хилить не буду. Я на следующий ход отдам. Блин, а так, может, и буду. Ох, мне бы сейчас хил за ноль, да? Вот было бы шикардос. Все равно в лицо он дохилится. Я не верю во второй флэм страйк. Нет там второго флэм страйка. На следующий ход у нас kill to Z. Некогда будет сопли жевать. А, МК не поможет, точно. Ну, значит... О, да, детка. Ой, нет, детка. Ой, нет, детка. Как он так попал? Блин, я Сильвану хотел крутить. Вот дерьма кусок. Вот ты сучка крашеная. За это доктора Бума. Блин, я хотел крутить Сильвану, а он так нехорошо с нами поступил. Ну, сейчас он вообще не ставит, похоже, он там... Вау, 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 вау. Бля. То есть, блин. Этих пятак. 4-10. Ты тоже непросто. Я смотрю, тоже непросто. Надо было вначале удвоить, наверное. Вначале было удвоить, а я не удвоил. А надо было удвоить. А я не удвоил. Дурак. Ну ладно, эту партию мы, наверное, отдадим. Ну, уже отдали, точнее. Но, в общем-то, идею я понял. Надо посмотреть, что у нас тут не очень подходит. Хотя, может, еще затащим. Если он сейчас с килтузедом ничего не сделает, можем через килтузеду закрутить. Привет, Фа, поздравляю. Поздравляю тебя с победной победой.
Так, ну тебя мы уволим, конечно. Чёрную карту. Да и каких... Чё-то классика, что по картам оппонента работает. Чё-то жирное такое. Так. Ну, за килт... А, мы же всё резаем бесплатно. Ну, килту зеда он всё равно за 5 маны, если убьёт, то убьёт. Особо держаться нет смысла. Надо сюда големов положить, которые за карты оппонента дешевле стоят. Две штуки. Блин, 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 блин. Блин, у кого-то 3 хп осталось. Я, конечно, не хочу паниковать, но, по-моему, сейчас кого-то могут отмудохать. О, Wild Wild West. Я даже не знаю, ставить ли тебя, иначе он меня может просто отжахать, наверное, не буду. Хилиться не смогу. Анфес, 2 месяца подряд. Спасибо, Анфес. Блин, конечно, мы раскрутили килту Зеда, но на столе стол такой маленький, он как-то отмудохал все флеймстрайками, и ничего сделать не можем. Ну все, халява кончилась. Ладно, ладно, мы сейчас положим великанов, которые по картам. Я понял, про что эта партия. Просто нужно чуть больше карт было в руке мне иметь. Для этого нужно было телку 1-3 лучше раскрутить. На самом деле выглядит несложно. Здесь нужно нам положить 4 карты. Берем один Виленчуза, ну берем... Один свет можно убрать. И еще 2 карты. Так. А у Кинайки тут на самом деле такие средненькие. Можно одну убрать смело. Да, одну уберем, ладно, все. Выглядит несложно, не знаю, чего так переживали. Третий босс был пожестче с виду. Ну и правда, мы этого еще не убили. Может, мы сейчас еще тут завязнем, но... Лорд Витька не Фаренко. Сколько раз все подписывался, я не знаю, как это глянуть, по-моему, никак. Интересно, а если я поставлю колодец, он будет мимо колодца в лицо ходить? Вначале очень важно, чтобы Рагнарос дал именно существо, потому что я могу это существо побафать. Если он существо не сдает, можно, мне кажется, следующую попытку начинать. А мы сложим Дракисад. Мы Дракисад нормально прошли. Я, кстати, не помню, кто это. А, Дракисад, который первый с яйцами? Да не, он что-то вообще, он самый легкий, пожалуй, из всех. Так, на следующий ход ты можешь стоить 3 маны, да, теоретически? Прист. Прист. Можешь и не стоить. Там нужно еще 6 таунт. Смотри, как по заказу. Мы, правда, не можем удвоить ему хп, да? Удвоить ему хп хочется, потому что иначе... Не получается не использовать пассианс. Это мне еще очень... Ой... Ой, спасибо, очень вкусно. Няня, я у них поел. Знаете, что колодцу надо было сдать? Колодцу надо было сдать атаку по хп. Я бы сделал колоду 7-7 и ходил бы в гости к нему. Дракисад, который все за одну ману, он тоже очень простой.
Он, по-моему, один из самых простых вообще из всех приключений. Так, Nerfire можем сразу стать 3-3, да, на первый ход. Актуально будет? Узнаем. Ну здесь тоже до раздачи нормально мы легаемся. Давай, ставь дракона 2-3 с монеты, чувак. Ставь дракона 2-3. Не поставил, вот сучка крашеная. Ну, похоже, тетка просто так отдастся сейчас. Блин, он балаболит так много. Такой балабол. Ой, все. Здесь можно добавить первых дропов, там каких-нибудь зомби, чтобы сделать стартовые сдачи более стабильные. Ну на самом деле, на мой взгляд, квартал немножко перекручен. Как-то они перестарались в этом квартале, по-моему. Ой, верните, верните, я передумал. Верните, я передумал. Я снова хочу 5-5 колодец. Прета дам, да, это уже хм. Ты ж не думаешь, что мы тут в нормале, как ну бы, сидим? Бесконечная мана! Бронированная чешуя! Бла-бла-бла, такой ты балабол, а? Ой, нам нужна атака по хп. 7-7 колодец хочет бой. 7-7 колодец хочет бой. Да ничего тебе свет не служит, сдавайся, козел. Ой. В лицо, надеюсь? Нет? А этот в лицо-то пойдет? Против кого здесь БГХ, я что-то не припомню. Ну-ка, Рагнарос, пора на помощь приходить. Блять, да ты шутишь, что ли? Так, ну он пошел в лицо. Так, какой у нас план? Что-то я не припомню. Что-то не припомню, какой у нас план в этой партии. Ну, кроме как насосать пиписик немытых. Тёлку сдуло. Не только тёлку сдуло. Колодец. Красно. А, вот против ОБГХ. Угу.
Колодец у нас 5 на 5, да? Да. Колодец у нас 5 на 5. Ладно, нам нужно как-то продержать этот стол мимо флеймстрайка до килл-ту-зеда. Тогда мы как-то еще повоюем. Ой. Не самая плохая карта. Куда три дамага? Куда он в лицо нанес? Не заметил. Так. Во-первых, нам сейчас нужно чистить стол. Все мы зачистить не можем. Килл-ту-зет опаздывает. К сожалению. Может быть, мы через Сильвану закрутимся. Может быть. Ну, бугуртатором, по-моему, можно играть, да? Ой. Опасненько. Разбил нам кабину, негодяй. А, у меня дракона нет. Точно. Что-то мы в первой партии сыграли, у него была карта из 10, рука из 10 карт. И я положил големов, а сейчас у него карт нет. Вот, я вот этих чуваков положил в надежде, что их будут дешево стоять, но что-то они не срабатывают. Сео, я отлично вон ласт босс. Так вон, что залюбуешься. Да фак! Да что тебе черти дрючили, мудила? Сучка крашеная. Роботов надо убирать, и ничего не делают. А у Рагнароса есть там что-нибудь всем врагам по 5? Что-нибудь типа того он дает? Привет, Смородина. Да у меня тут такие успешные игры, что капец. Нет. Всего-то одно маленькое существо убили. Не солидно как-то. Даже не 6-6 таунт. Нет, 4 существа он поставил. Можно бугуртировать, в общем-то. Бугуртаторов накласть. Взять паладина, я уже взял приста. Ну, кстати, паладин, да, тут ничего, тут стол вайпит прикольно. Там равенство, консекрейшн, все поехали на кладбище. Да, звучит неплохо. Ладно, нужно деку переделать, очевидно. Здесь что-то у нас проблемки. Не самый удачный билд. Так. Мы выкидываем роботов, они ничего не делают. Нам нужны бугуртаторы. Две штуки. Помимо бугуртаторов, что нам нужно?
Что нам нужно помимо бугуртаторов? Чу зомби можно положить, но они так тоже. Чу зомби так. Спылы, 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 спылы. Он выходит в лицо, по делу, рокер чё? Будет стоять на столе, теоретически. Теоретически будет стоять на столе, а практически нет. О, мемпиромантов нет в деке, оказывается. Это зря. Пироманты нужны. Думсейры? Да, думсейры, кстати, отличная идея. Думсейры отличная идея. Сейчас мы их тоже впихнем куда-нибудь. Думсейр — это хороший совет, мне кажется. Всего по одному кладем. Наш дек называется «Всего по одному». И думсейр тоже один. Возможно, этот мужик не такой простой, как показался на первый взгляд, но мы сейчас справимся, мы сможем. Инсалтин еще раз, оскорбляем друг друга. Воруем клевок драконов. Витька, сейчас тебе наваляю, видишь, какая у меня рука. Фиолетовые перчатки. Так, какой у нас план на мулиган? План на мулиган — мы получаем Трагнароса существо 6-6 и качаем его, да? Похоже, что так. Таурисам пока себя никак не показывает. Ну да, не показывает. Мы можем Думсейра сделать 0.14. Нормально? Нормально. Блин, вот если бы... Хотя ладно, в общем-то... В общем-то, он зато ничего не поставил, он сейчас даже четырьмя дамагами не убьет. Посмотрим. Можем сделать тебя 3 на 9. Либо стенку 6-6 сейчас удвоим. Ой-ой-ой, полегче там, полегче. Вот, молодец. Вот это уже не очень хорошо. Стенку давай, стенку, это важно, мы выиграем, если стенку поставишь. Да, похоже, мне нужна помощь. Молодец. Так, я тебе сейчас могу сделать 6 на 12. Либо я вот так и размениваю. Да, я вот так и размениваю, а потом я похилюсь и за 2 маны что-нибудь сыграю. Так, нормально. Сейчас главное, чтобы не флеймстрайк. Ну, сейчас главное, чтобы он ничего не сделал вообще. Да ёб твою мать, а? Как ты заколебал? Как ты заколебал, друг? Интересно, на чувака 0.7 надрессирован? Узнаем. Ну, два у тебя, конечно, не будут, это бред. Надеюсь, он в лицо сходит. Да. Стол-то мы, конечно, почистили, но у нас две карты в руке осталось. Вот в чем проблема.
Ладно, не сдаемся, не сдаемся. Ой, а че это такой золотой Таурисанчик, а? А где-то ты его взял? Ну ладно, у нас будет существо 5-16, если он с ним никак не справится. А где-то ты взял такого золотого Таурисанчика, друг? На, развлекайся. Все, у меня больше ничего нет. Рагнарос, мне нужно немножко больше помощи. Все-таки Килтузет тут декнулся, блин, могли бы еще поиграть. Что-то я поторопился. У меня там был 6-1, 6-2, но 6-1 я разменился на дракона. Чуваком 1-2 убивал 3-1, они оба резались, могли еще поиграть. Что-то Думсейр не впечатлил, да? Он как-то убил, догадался убить его. Видимо, у него на некоторые карты отдельный скрипт, что их надо мочить. Ходи. Хорош. Давай еще что-нибудь на стол. Ну, что за когти? Давай на стол что-нибудь поставь. Так вот для чего нужен чувак 07. Я не сразу разобрался просто. Нет, Настя, никаких просто магов. Мы не ищем легких путей. И я мазохист и горжусь этим. Да, похоже, мне помощь не помешает. Винфьюри. Да что ты меня заподсовываешь? Нахер мне этот Винфьюри твой? Блин, он существ не поставил, козел. Козел не мытый. Хотя этот чувак 4-6 хорош тем, что он 4, его не убить там с полами всякими. Блять, 6-6 крича. 6-6 крича. А ты будешь 4-7. Сплов у нас мало. Ну еще дракончика поставь. Не поставил. Нам копеечки буквально не хватает. О, смотри, а так нормально. Вот так нормально.
Да он флеймстрайки не ворует, из-за его флеймстрайки. Это же дракон, он дышит огнем, все логично, в общем-то. Удары хвостом, там всякие флеймстрайки, это понятно. К этому претензий нет. Что, у нас типа хит остается? Типа хит. Ну, типа хит, да. Типа хит. Ходи. Бугуртатор был близок, но ничего не стырил. Ладно, кажется, я был неправ. Кажется, этот босс тоже весьма, весьма хорош. Anduin versus Nefarian. Welcome to my personal sanctum, hero. The light shall bring victory. Читаю твои сообщения, Янчес. Что-то я уже подустал даже воевать. Давай уже сдавайся. О, можем колодец сделать большим. Если он сейчас существо не ставит, у нас есть шанс удержать колодец на столе. Потом, может быть, мы топ-декнем атаку по хп и разогнем колодцем от мудохом. Ты, главное, существо сейчас не ставь с монеткой, окей? Давай когтем в лицо. Когтем. Вот не дело. Ставлю колодец, сразу сожрет, да? А не ставить тоже нельзя. Настя, на самом деле то, что сейчас, это уже на пределе проходимости. О, можно что-нибудь бугуртировать. Так, можем что-нибудь бугуртировать. Можем сделать колодец, конечно, гигантский. Тогда мы однозначно бугуртируем. Эх ты, блин. Зараза. Это хорошая, пожалуй, одна из лучших. 6-6 таунт и вот эта штука. Даже, пожалуй, эта штука даже лучше, чем 6-6 таунт. Вот таунт мы можем только разогнать на удвоенных. Блять. Все, теория кончилась. Настала суровая практика. Ванёк, неинтересно. Я сам справлюсь. I wield the power of Black Wing. Вначале дракона, потом чувака без дракона. Правильно, правильно, одобряю. Так, пора ли нам уешить? Или можем еще сопли пожевать? У тебя останется это и это, а мы поддадим все, что есть. Ну, у нас там Таурисан, Сильвана. Наверное, пора уешить. Created by wild magic. Отмудохал мне хвостом своим. Ой-ой-ой, у нас есть шансики. Так. Сильвану нам нужно крутить. Но крутить ее некогда. Нам придется отдавать Сильвану, крутить будем Таурисана и Валджина. Видимо. Фифти-фифти. Нормальный 50-50. Ладно, боремся.
какого-нибудь худора хвостом, он уже затрахал. Сейчас убьет меня этим хвостом своим поганым. Плохи дела, ребята, плохи. Что-то не очень просто крестом. Два раза мы неудачно своровали. Один раз неудачно своровали бугуртатором, один раз неудачно своровали Сильваной. Вот там, там все пошло не так. Агрессию против нее точно не собрать, потому что у нее флеймстрайки бесплатные. Ну, практически бесплатные. Агрессию она отмахает. Друидом, да, может быть. У Варлока спилов много дерьмовых? Да, у многих классов полно дерьмовых спилов. Как завезут. Хорошо, что все это не в существ. Хотя мне существ-то нет. Ладно, давай мы стенку 6-6, мы ее удвоим. Давай, давай стенку 6-6. Видишь, проблема у нас, Рагнарос. Без тебя никак. Не буду делать ему атаку, потому что он значит сможет его убить. Фати Крога? Да не знаю, не знаю, надо траить. Какая разница, Фати Крога, не Фати Крога? Мы уже начали престом. Уи Крога. Видишь, на практике тут Санец к нам приходит. Веселье приносит и вкус бодрящий. Саленца вкус всегда настоящий. Давай, 0-7, как тогда. Ой. Ну, сейчас бугуртатора тут декну, украду Сильвану и, конечно, смогу победить. Бугуртатор. Сильвану. Глупый бугуртатор. Вечно меня не слушает. Четырех мне не хватает, долетал. Ну, решили бомбер? Смотри, какой бомбер. Бомберы бывают разные. Твою мать. Теоретически сюда можно еще световую бомбу положить. Ну ладно, пока так потраем. Anduin versus Nefarian. Welcome to my personal sanctum, hero. The light shall bring victory. Да, если 3-3 бомбер, то бомбер. А если 5-4 бомбер, ух ты, смотрите, у нас колодец есть 2 на 9. Если он сейчас сразу колодец... Ой-ой-ой.
У нас есть шансы, ребята, у нас есть шансы. Надо их не протерять. Во-первых, ты с монеты не ставишь нам чувака 2-3. Это во-первых. Во-вторых, я ставлю колодец, ты его просто не убиваешь. Коготь, коготь с монеты, коготь. Да ёб твою мать, а. Как ты все время старт-руку-то создаешь? Да, ШВП 2 маны стоит. Хороший был колодец, хороший. Давай, 6 дамага. Да, похоже, мне нужен сам хелп. Ага, у тебя нет дракона. Хорошо, а второй коготь у тебя есть, дружок? Нет, у тебя второго когота. Я посылаю моих миньонов. Нет, у тебя никаких миньонов, дебил. 6-6, давай, держимся, можем. Правда, воровать нечего, но если мы сейчас 6-6 там сможем удержать. Да ёб твою мать, как ты это делаешь? Как ты это делаешь, чувак? Манекенов? Да не. Не-не-не-не. Нет, ШВП в деке нет. ШВП здесь не особо нужны. Ну ставь существ. Нет, смотри, он, кстати, довольно умный. Он не ставит существ под чувака 0-7. Не так плохо играет. Понятно, наш не тупой. Воровать карты я не смогу, потому что у него все на драконах завязано. Но на вору у него существ 2-4 и 5-4, которые не стреляются. И что с ним делать? Вот Тейлсвайп. Хотя Тейлсвайп за 4-4 тоже фигня какая-то. Драгонбриз говно. Не, у него какие-то говнокарты. Их тырить нет смысла. Да, Таурисан предатель, это правда. Давайте посмотрим, есть ли у него сайленс. Человек, атака хп, который 5-5. Нет, у меня в деке нет. Нам нужен Kill to Z или что-нибудь такое. Доктор Бум, что-нибудь тяжелое надо. Вот, Kill to Z. А теперь нужно, чтобы он его не убил. Не хочу попробовать. Да, очень много идей модов Адам, что можно попробовать, но это же все время занимает. Roman Games. Плохо, но мы сейчас реснемся, конечно. Реснемся 4-7. Вот это неплохо. Жалко, что ты сейчас не помрешь. Так, мы защищаем тебя от Counter-Strike, ставим все на стол. Flamestrike сейчас был бы очень неплох. Я 3 сюда положу, он сразу реснется. Давай, Flamestrike. Тоже годится. Ой, тоже. Ой, прекрасно. Полностью. Блять. Клиф, 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 клиф. Нормально. Все, пасьянс сходится, ребята. Смотрите, как у нас сходится пасьянс. А, не очень-то и сходится. Ну ладно, сейчас 50-50.
Главное держать килл ТЗ, да. Килл ТЗ здесь главный мужик. Сейчас победим. Как эти боссы связаны по лору Вова? Они в одном из тем Орфей находятся. В Черной горе. Так и связаны. Ой. Так, килл ТЗ в опасности. Надо бы его хилить. Надо бы тебя бафать. Чтобы быстрее снять это безумное количество армора. На самом деле очень много у него карт. Давай флеймстрайк. 4-9. Хорошо, у меня будет 5 на 9. 4-18. О, прекрасно, прекрасно. Осталось, чтобы не было саленса. Так. Все очень хорошо. Держим нашу килту Зедика. Килл-ту-зет, держись, держись, килл-ту-зет. Килл-ту-зет, не умирай. Давим, давим, давим. Сейчас ничего не сделаю. Хотя тут уже сложно что-то сделать. У меня столько братвы на столе. 6-21 боится только сайленс. Этот боится ремова за 3 маны. Эту сюда надо флеймстрайком палить. У меня очень много мяса, с которым сложно бороться. Самое главное, я вот этого кручу. Так, удвоить хп. У тебя 32, у меня 14, 20, 29, 32. Да ладно, погоди, у тебя 32. 30 плюс 2, я сейчас посчитаю столбиком. 30 плюс 2. 32. Здесь 14, 20, 29, 32. Что-то подозрительно, что-то это неспроста. Что-то как-то, мне кажется, ловушка какая-то. Тут 32 и тут 32. Совпадение? Не думаю. Привет. Конечно, конечно, конечно. Well played. Да, я вижу, ты не очень-то... Sorry. А ты что-то не очень умён, да? Упс. Изи, пацаны, изи. Если бы не посчитал столбиком, то, может быть, даже проиграли бы. Ну, мне кажется, третий босс всё-таки был посложнее. Что-то так показалось. Тем не менее, запотел. Надо идти в ванную. Фух, чё ж там в этом-то крыле? Чё ж там в этом-то крыле у нас? Чё у нас тут? Скрытая лаборатория. Скрытые лаборатории всякие будут. Лаборатористы. Сегодня, очевидно, уже ранкида не будет, потому что что-то у меня это... Голова уже припухла, волосы дыбом стали. Пойду тоже 2 минутки отойду, а потом будет расслабляющая арена. Сегодня уже скилл кончился, ребята. Кап скилла сегодня потратил. Ждите арены, 3 минуты.